Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». Выбрать полезный подарок для своих защитников просто, если сделать это в «Ломбарде Титан». «Ломбард Титан» – для всех и каждого. 20-летняя девушка пострадала по вине пьяного водителя в ДТП на улице Дзержинского. Там не поделили дорогу два автомобиля – Nissan Primera и ВАЗ 15-й модели. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий» слово моему коллеге Сергею Пичугину. По данным ГИБДД, авария произошла 29 марта в 8 вечера у дома 18 по улице Дзержинского. 35-летний пьяный лихач протаранил «Ладу» 27-летнего бесправника. Водитель автомобиля Nissan Primera, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где он совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 15-й модели. В результате происшествия пассажирка «Лады» 97-го года рождения получила травмы. Ей была оказана медицинская помощь, и госпитализации не потребовалось. Виновник аварии отказался от экспертизы на состояние опьянения. Теперь ему грозит лишение прав на 1,5-2 года и штраф 30 тысяч рублей. Не уйдет от ответственности и водитель 15-й. За вождение без прав на комиссии ему выпишут штраф от 5 до 15 тысяч рублей. В четверг ночью у дома 23 по улице Солнечной столкнулись ВАЗ 12-й модели и Субару. После мощного удара обе машины получили серьезные повреждения. Сотрудники ДПС составили схему аварии и предложили участникам происшествия оформить его в ГИБДД. Однако водители в ведомство не приехали. Вероятнее всего, договорились между собой о сумме компенсации. На улице Воровского водитель «Фольксвагена-транспортер» хотел повернуть направо во двор, однако мужчина слишком сильно вывернул руль, и микроавтобус задел припаркованный Hyundai Solaris. Машины, что называется, притерлись боками. На прилегающей территории по улице Щерса столкнулись Ford Focus и Deo. У автомобилей пострадали лишь бамперы. Никто из участников не явился в комнату оформления ДТП. Видимо, между ними не было противоречий в схеме происшествия. Сергей Пичугин, место происшествия.